Подружиться со звуком помогает музыка, а пение исправляет невнятное произношение, проглатывание окончаний и, конечно, просто поднимает настроение маленьким пациентам дневного стационара медицинской реабилитации. Ежедневно с детьми с нарушениями речи занимаются логопеды. За полчаса группа выполняет как минимум 3 упражнения. И важно вовремя переключиться на новое, например, логаритмику. В своей работе очень активно используем методику Новиковой-Иванцовой по формированию языковой системы языка. На этом занятии дети включаются активно в работу, они слышат музыку, подражают, повторяют ритму. Специалисты, кроме хрестоматийных эффектов фикции, исправляют дыхание, глотание и даже письмо. И здесь от логопеда требуется терпение и чуткость, а врач становится уже педагогом, который с помощью обучающих упражнений корректирует и физиологические, и вербальные особенности речи. Главный логопед области, специалист высшей категории Ольга Волчинскова, пришла в профессию, чтобы помогать. И уже 23 года работает, по своему собственному признанию, в самой важной медицинской специализации. Кроме групповой терапии, занимается индивидуально с особенными пациентами. Сегодня 4-летний Леша. Его задача – четко произнести конструктор или код, и за счет этого улучшить произношение и увеличить словарный запас. Конструктор, да? А это у меня, посмотри, кто? Ольга. Кот. А здесь есть еще? Где? Давай посмотрим, где у меня тут еще кто это? Тоже кот. А мы знаем, что слово состоит из букв, из звука. Мы на наглядном образе показываем этот пример. Что ребенок сначала собирает картинку, показывает образ, а потом вместе пытаемся, что повторить слово. Конечно, большая часть пациентов логопеда – дошкольники и младшеклассники. Дневной стационар областной детской клинической больницы открылся 3 года назад в процессе реорганизации отделений патологии речи и восстановительной медицины. Дневной стационар медицинской реабилитации предназначен для детей с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, периферической нервной системы и для реабилитации детей с нарушениями речи и слуха. Такие дети нуждаются в постоянных коррекционных занятиях, и в период пандемии стационар работает и дистанционно. Онлайн-консультации проводятся как с маленькими пациентами, так и с их родителями.